Так, ну что ж, дорогие друзья, будем разбираться с этой западной чудо-техникой. Ну, чтобы никто не сомневался, даже надписи остались в оригинале. И так, как вы видите сами, все в наличии, круиз-контроль, климат-контроль. Так, коробка-автомат с раздаткой. Так, все удобства во дворе. Так, сумасшедшая скорость. Сколько у нас тут? Ага. В милях или в километрах? По-моему, в километрах. Странно. Да, но судя по всему, нам спихнули непотреб, который уже лет 15 как отвоевался в Афганистане, где-нибудь в Ираке, в какой-нибудь пустыне, бури в пустыне. И еще все, сказали, сложим сейчас ящики. Много чего он повидал, прежде чем оказаться в виде самой современной и передовой техники на Восточном фронте, вильный и незалежный. Тут можно, что-нибудь. Садись. Давай. Поедешь. Да, я с тобой сфоткаюсь. Так, у меня уже есть штурман. Так, водитель я, стрелок-наводчик. Итак. Так, а где ж тут ключ зажигания? Угу, электронный, наверное. Ну ладненько. Поехали.